программа очень интересная, насыщенная, разноплановая. Вот, студентам очень нравится общение между собой. И такая школа вообще проводится впервые для студентов, где действительно представлена вся зона Дальнего Востока, все учебные заведения, творческие учебные заведения, которые вот такое, наверное, общение, оно очень важно для студентов и для нас, преподавателей. Я могу сказать, что будет очень приятно, и мы готовы показать, что мы готовы, и будет все круто, как русский вот говорит. Будем петь рэп. Какой? Как люди вот нас встречают, как они нас любят и зачем мы рэп делим.